Главным и самым ожидаемым событием второго дня съезда «Единой России» стало выступление председателя партии Дмитрия Медведева. Премьер-министр подвел итоги работы партии за последние 5 лет. За 5 лет представители «Единой России» выиграли большинство кампаний по выборам мэров в столицах регионов. А на выборах органов местного самоуправления получили более 70% голосов. В прошлом году мы получили возможность сформировать конституционное большинство в Государственной Думе. Хотя, вы отлично помните, условия избирательной кампании были гораздо жестче, чем в предыдущий период. В том числе, конечно, из-за большего количества партий, возвращения кандидатов-одномандатников. Побеждать всегда непросто. Что бы там ни говорили наши оппоненты, всегда непросто. Но «Единая Россия» доказала, что готова к открытой и честной конкуренции в избирательном процессе. И мы с вами вправе гордиться этими победами. Руководитель партии назвал 5 основных достижений пятилетия. Создание сильных первичек, кадровая ротация, открытость, работа общественных приемных и проведение предварительного голосования. Именно эти пункты говорят о создании партии нового типа, по мнению Дмитрия Медведева. Рост партии – это явное доказательство того, что объявленная перезагрузка удалась, уверен губернатор Сергей Морозов. На прошлогодних выборах партия существенно увеличила свое представительство в Нижней Палате парламента и вернула конституционное большинство. Я хотел бы в самом начале поблагодарить всех наших избирателей за то, что они верят в партию, верят в ее дела, верят в то, что партия умеет их не только слышать, но и достаточно быстро принимать решения. Количество членов партии неуклонно растет. Я могу сказать о том, что это не какая-то административная такая вот волна, да, значит, административное давление со стороны руководителей партии о том, что уважаемые коллеги, там, друзья, земляки, встречайте, вступайте в партию. Нет, это волеизъявление, и что приятно, в последнее время мы увидели огромное количество молодых людей, в том числе и студенческой молодежи, которая изъявила желание пойти в партию, которая является точкой сборки, по словам Владимира Владимировича, мы сами это видим. Кадровая ротация – одно из новшеств работы. На съезде переизбирали большую часть Генерального совета партии. В состав руководящего органа вошли руководители первичных организаций. Количество их представительств, по предложению Дмитрия Медведева, увеличено с 20 до 30%. Такого принципа работы нет ни в одной из парламентских партий. Перевыборы прошли и Высший совет партии. В его состав выбран депутат Госдумы от Ульяновской области Владимир Шаманов. А в Генеральном совете регион будет представлять секретарь Сурской первички Нина Безумникова. Изменения идут и в регионах. В прошлом году в Ульяновской области поменялась почти половина руководителей местных отделений партии. В конце декабря новым секретарем регионального отделения избран спикер законодательного собрания Анатолий Бакаев. Идет обновление партии. Это очень правильно, я считаю. Нам нужно переосмыслить свою деятельность. Нужно подумать о том, как в сегодняшних условиях надо работать, как завоевать доверие народа, людей, как привлечь сторонников, потому что это очень важно, как привлечь новых членов партии, в том числе из числа молодежи. Очень важно. Перезагружает партии свои партийные проекты. Как сказал Дмитрий Медведев, с этого года «Единая Россия» запустит 3 новых проекта. В целом, к их реализации привлекут руководители партии и обычных людей. Роль партии, вот именно ключевые вот такие вот партийные проекты, она настолько очень ужесточилась и, что называется, поставлена на особый контроль. Задан тон, то есть как мы будем работать и эффективность этих проектов. Было очень четко указано на то, что не обязательно количественные показатели, главное качество. Пусть будет их 3 проекта, но они действительно помогут для наших людей, для наших жителей сделать нашу жизнь лучше. «Единая Россия» продолжает в главу своей работы ставить работу с людьми. Председатель партии Дмитрий Медведев назвал открытость одним из главных достижений и высоко оценил деятельность общественных приемных. Только за прошедшие 5 лет в приемные поступили более 3 миллионов обращений от граждан. И все они решались. В дальнейшем, как сказал Дмитрий Медведев, работа продолжится. Постараемся помочь каждому, вне зависимости от того, за кого этот человек голосовал. Наши приемные действительно стали тем местом, где люди понимают, «Единая Россия» – это партия дела. По итогам работы Ульяновская приемная председателя партии вошла в число лучших в стране. Благодарственное письмо от имени Дмитрия Медведева получил руководитель общественной приемной Марина Беспалова. Наша задача сделать так, чтобы все, кто обращается в нашу приемную Дмитрия Анатольевича Медведева,
ушли или с решенными вопросами, или получили высокую квалифицированную помощь, или получили предложение в решении тех или иных вопросов жителей, горожан. В приемной работают высококвалифицированные специалисты, которые могут оказать юридическую и многие другие виды помощи. Кроме того, партийцы будут доводить до населения новые законодательные нормы. Как отметила Марина Беспалова, акцент работы ставится на системность, профессионализм и качество. Вот и подошел к концу второй день работы съезда партии «Единая Россия». Партия переизбрала руководящие органы, подвела итоги и определилась с задачами на будущее. Впереди предстоит большая работа. Данил Ноздряков, Юрий Конехин, «Новости дня», «Ульяновская правда», «Москва».